Добрый день, коллеги! Есть такой бренд настенных покрытий, о котором должен знать непременно каждый дизайнер. Pier 3 Studio выпускает новую коллекцию, в котором содержится раздел с роскошными классическими дизайнами и современными по-настоящему креативными принтами. Все артикулы из коллекции содержатся на складе в России, а если вы досмотрите это видео до конца, то вы узнаете еще об одном достоинстве этой коллекции. Меня зовут Ирина Минина, я бренд-менеджер компании Декоро, и сегодня речь пойдет о блистательной коллекции Shimmer от Pier 3 Studio. Она мерцает своими изысканными дизайнами, как драгоценные металлы или полосы из тонированных зеркал, так популярные сейчас. Современный геометрический принт открывает коллекцию. Он имитирует актуальный тренд, который захватил умы дизайнеров интерьера по всему миру, где декорирование стены заключается в диагональном расположении тонких полос из тонированных зеркал. Принт исполнен в различных цветовых решениях – в бежевом, гранитном, мятном, белом, голубом-синем и ежевичном цвете. В качестве компаньона геометрии дизайнеры Studio Pier 3 предлагают имитацию мрамора в тех же оттенках. Этот принт также можно использовать самостоятельно или сделать акцентом в паре с однородной текстурой краски. Представляете, как выгодно можно тем самым выдвинуть рисунок мрамора на передний план. Еще одним примечательным принтом в коллекции является геометрическая решетка или шпалера. Причем артикулы отличаются друг от друга тем, что центром внимания является то сама решетка, обладающая магическим мерцанием, то сам фон, напоминающий джинсовую ткань в синем цвете или благородный шоколадный цвет. Пробковое дерево снова вернулось в моду, поэтому неудивительно включение в собрание обоев с имитацией бесшовного матового пробкового покрытия. Артикул представлен ненавязчивым серым, угольным, бежевым и песочным цвете. И что примечательно, эта фактура также обладает легким мерцанием, и это придает настенным покрытиям особый шарм. И, конечно же, классический рисунок дамаска в сочетании с полосой амбре способны сделать ваш интерьер роскошным и гламурным в цвете молодой сирени, серого и белого жемчуга, а также пудрового розового цвета. Подведем итог. Коллекция состоит из современных ровных геометрических принтов и плавной шпалерной решетки с металлизированным пигментом. Имитация бесшовного пробкового покрытия в качестве настенного декора выглядит очень натурально, но при этом имеет деликатный блеск за счет сверкающего пигмента мика. Роскошный рисунок дамаска в паре с полосой, имеющий деликатный градиент, обладает блестящим эффектом. Поэтому этот тандем станет прекрасным украшением для спальни, будуара или гардеробной женского интерьера. Рельефная поверхность, созданная с помощью технологии применения в печати пигмента Blown Ink, придает тактильный эффект настенным покрытиям. Коллекция имеет размеры 53 см в ширину и 10 метров в длину. А самое главное преимущество коллекции, что она исполнена на самом экологичном материале, на бумажном полотне, и при этом у нее доступное ценовое предложение. Это было блистательное собрание современных и классических дизайнов от Pier 3 Studio. Посмотреть эту коллекцию вы сможете в нашем московском шоуруме. Адрес и контакты в описании этого видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте комментировать. Всем пока!